Таран-таран, с вами Риран, ребята. Пока мы не начали, у меня для вас важное задание. Пожалуйста, найдите, что спрятано в этом кадре. Все такие, а что ты вообще имеешь в виду? Может быть, Кая или Чена, или Алиску? Ой, привет! Нет, я не про них, я вот про вот это, гляньте, блин. Я потеряла на собственном диване. Что это? Да, это тот самый альбом BTS Persona, который я всем вам обещала распаковать вместе с вами. Первый мой физический альбом в руках, познакомьтесь. У меня есть небольшой неожиданный сюрпризик, потому что сегодня мы будем смотреть не только это, но еще и тыдынь, вот это, ребята, ой, эта посылочка мне пришла от Candy Shop. Это те самые потрясающие ребята, с которыми я познакомилась на фестивале в Санкт-Петербурге во время ярмарки. Это магазин, который специализируется по большей мере именно на альбомах, и это именно они мне подарили вот этот альбомчик и всякие плюшечки, которые я вам уже показывала раньше. Если я не сделала спойлер в обложке или в названии, то пока что пусть будет интрига. Я предлагаю начать как раз-таки с альбома, с персоны. Первый раз он всегда, наверное, такой волнительный. Безумно интересно, какая именно карточка, с каким именно участником мне попадется. Та-да-да-дам-дам-дам-дам-дам-дам. О, господи. Ребята, альбомчик, посмотрите, официальный. Ребята из Candy Shop работают официально, и поэтому у них все легально, они несут ответственность за то, что они привозят. Открываем. И сразу же с первой странички нас встречает диск. У нас здесь заметочки, дневники. Кстати, если кто-то не понял, у меня вторая версия, вторая. К нему еще идет плакатик, я его раньше показывала. Тут в этом видео тоже покажу, он как бы я его отдельно везла. Ободжие, чоджие, дыро, сомен, нуне, тэдын. Карточка! Вы знаете, с кем мне попалось? Ребята, блин, ну, мне кажется, это неожиданно. Надо было сказать, кого я жду. Ну, вы, наверное, знали, что я жду Чонгука, но это не Чонгук, это Джин. Это наша мамочка Джин. Камера, покажи это прекрасное лицо. О. А тут мое прекрасное лицо. Оно такое все кайфовое, просто... Фотобукс, о боги. Make it right, тут тексты песен, значит, у нас идут. Названия треков. Ну и, конечно же, тут прекрасные мужчины на разных страницах. Самая вот такая вот карточка с QR-кодом, и здесь еще бумажечка. Пуня, чекен. Вот такая пленочка с мемберосиками. Наверное, можно ее использовать как закладочку. Мне кажется, я ее слишком быстро замызгаю пальцами. С другой стороны, вставить в рамочку, ну это как бы рамочку такую сложно найти. Я бы вставила. О, господи, у меня еще одна карточка. Угадайте, с кем? Наверное, по моей реакции все уже догадались. Господи, какая я палевная, какая я предсказуемая, потому что это Чонгук. Эть. И здесь автограф, и здесь написано на корейском от Чонгука что-то написано, и он показывает Саранхульку. Боже, этот мужчина прекрасен. Но он здесь такой бусечка маленький, детенок, детенок сладкий.
показывает мне сердечко. Это пипец, как приятно, что мне попался Чонгуки. Это судьба, мать. Мне кажется, все. Я больше здесь ничего не нашла, но тем не менее, там невозможно сказать ничего, потому что там просто капец сколько всего. Так, ребята, не будем затягивать, потому что еще целая коробочка, целая огроменная коробочка ждет нас, и это видео не может длиться бесконечно. Вы просто устанете слышать мои охи-вздохи, поэтому все, я открываю. Туда или сюда. Вечно у меня проблема раскрыть это все. Это просто какой-то капец. О, так, с одной стороны уже процесс пошел. Палец положил, сейчас я туда по локоть засуну руку. Ребята! Ой, ладно, короче, чу кота за хвост тянуть. Здесь находится BTS World. Когда ребята из Candy Shop сказали, что отправляют мне эту посылку, я полезла к ним на сайт посмотреть, что туда входит. Кстати, знаете, что прикольно? Можно, как я поняла, наличными непосредственно из рук в руки, если... А если вы хотите оплатить через интернет, то там целая куча способов оплаты. И чё, блин, я раньше... Ой, короче, ладно, ребята, беда моя бедовая. Надо было мне раньше начинать заказывать вот так вот альбомы через интернет. Но я как-то, знаете, всегда боялась, что могу попасть на какие-то подделки, на еще что-то. Но после того, как я с ребятами из Candy Shop пообщалась, и тем более я посмотрела продукцию на фестивале. Они очень часто посещают всякие разные фестивали, и непосредственно там можно посмотреть, подержать в руках. Там все вот эти прелести, боже. И, естественно, все оно очень качественное, я вам уже говорила. Посмотрите, как упаковали. Тут звездочки. Все подумали про Айвика. Посмотрите, как завернули. Тут сколько километров пленки. Теперь главное, мне не стать Намджуном неожиданно и аккуратненько это все открыть. Это правда тяжело. Кажется, это должно открываться как-то так. Вот что значит качественная упаковка, ребята. Даже через вот этот кусочек можно понять, что она офигенно красивая. Хорошо быть фанатом, ребята, потому что знаете, сколько радости в жизни сразу прибавляется. Жизнь прекрасна. Но кажется, знаете, эти 48 километров пленки, я их справилась с ними, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я тут нашла всякие приколюшки. Ну вот, смотрите, это флаерочек вот такой вот, не флаерочек, а как его, брошюрка. Карточка Candy Shop. Ну, давайте я продублирую в описании, обязательно на ребят, обязательно оставлю все ссылочки в описании. Посмотрите, угадайте, что это? Та-дам! Это открыточка. Боже мой, как приятно! Ребята из Candy Shop, спасибо вам большое! Что это? А, тут написано «Анион» на русском языке. Candy Shop в своей группе во ВКонтакте проводит регулярно аукционы. И я такая, типа, аукционы, аукционы, пошла, посмотрела, что это такое. Это так прикольно, это ставится небольшая совсем цена на какие-то карточки или на какие-то плюшечки, и потом в комментариях можно посостязаться за эту покупку. Айгу, эта милота тоже была в коробке, как ее не съесть, я не знаю. Она очень прикольная. И вау, что это такое? Тоже что-то несъедобное, но не менее аппетитное. Это набор с карточками полупрозрачными с Бантан Суньюндан. Девочки, как выжить? Как выжить, мальчики? Скажите, пожалуйста. Ой, я не могу. Плакатик. Я когда была на фесте, я когда увидела этот плакат, ребята, я обомлела. Я себе его очень хотела, но тормозила. Типа, стой, подожди. Ты не можешь скупить все, что находится на фестивале, и теперь он у меня есть. Посмотрите. Боже, какой обалденный постер. Мне так нравятся образы мальчишек. Напишите мне, кто вам больше всего понравился на этих фотографиях, потому что мне вообще капец кажется нереально определиться. И вот оно. Вот оно то самое. Тоже смотрите, зайки, здесь вот есть вот эта штучечка, подтверждающая, что это самое оно. Хочу тебя открыть. Как обычно, крайне вовремя выключилась камера. Посмотрите. Боже, посмотрите. Я так приятно щупала. Да-да-да-дам-дам-дам-дам. Блин, почему это так... Опа. Не ждал такой. Вот здесь вот диск. Блин, почему это так красиво? Это нереально красиво. Вы посмотрите на это. У меня аж ладошки вспотели, остаются пальцы мои, потому что я реально сейчас переволнуюсь. Так, BTS Story, о май гад, о май гад. Начнем давайте с фотобука, я так понимаю, это фотобук. Они такие тут классные. Посмотрите, J-Hope поправляет Шуги бабочку. Офигеть. А тут так неожиданно бац, вверх ногами.
Тут все дальше идет вверх ногами. Тут нужно с вот этой стороны вот так смотреть. А, и тут, смотрите, тут фотографии их вот этих вот параллельных реальностей, что если бы они не стали артистами. И тут что-то понаписано. Буду, блин, сидеть со словарем переводить. Что делать остается? Я не хочу вас дразнить, типа, гляньте, что у меня есть, у вас нету. Мне просто так хочется как-то с вами поделиться всем этим. Так, BTS Wall. Карточка с J-Hope'ом. А здесь он как, типа, с параллельной реальности. Он ветеринар. Дальше у нас... О, Taehyun! С подушкой, гляньте. Это там, где с нарядами. Я поняла, в игре есть раздел, где и можно подбирать наряды, как стилисту. И здесь опять понаписано. АОС. Купон. А, купоны, тут циферки какие-то, которые мне нельзя вам показывать. Думаю, что нужно использовать в игре. Билетик, люди, я поняла. Знаете, что это? Это вот в самой игре, вы помните, билет, на котором исчезают участники. И они сделали... Ой, мамочки, пора спать. Или вставать пора, я не знаю. И они сделали, как знаете, в этих детских календариках, где они появляются и исчезают. И такие пуси красивые. Дата концерта. О, у меня теперь есть вот такой игровой билетик на концерт. Он такой классный. Господи, это точно нужно использовать как закладку. Или, знаете, в качестве наследства детям передавать. Была бы моя воля, я бы всем моим авикам, которые армию подарила такие штучки. Но, к сожалению, у меня возможности такой нет. Зато я могу вам прям чистосердечно, единственное, что могу сделать, это, конечно же, порекомендовать Candy Shop. Доставляют очень быстро, потому что очень многое находится непосредственно у ребят из альбомов в наличии в Санкт-Петербурге. То есть отправляют вот прям сразу. В среднем по России посылка идет 9 дней. Насколько у меня есть информация, а если какой-то товар под заказ или по предзаказу, обязательно на сайте есть пометочка относительно сроков под доставки. Ребята заказывают оригинальные альбомы, доставляют напрямую из Южной Кореи. Также предоставляется чек на покупку электронной, если вы оплатили свой заказ. В плане упаковки, я думаю, что вы видели. Это все было очень бережно и аккуратно упаковано. Мне очень повезло познакомиться с этими ребятами в Санкт-Петербурге на фестивале. Поэтому я знаю, что они такие же поклонники, как и мы, если не больше многих из нас. Вот, поэтому ребята очень бережно относятся к тому, что они предлагают своим покупателям. Также ребята меня порадовали, сказали, что для моих авиков могут сделать скидочку, если вы будете приобретать товар на сайте. Промокод Ариран нужно написать в поле, когда оформляете свою покупку или свой заказик. Поэтому более подробную информацию оставлю для вас в описании. Спасибо еще раз, Таранфио. Ребята, вам из Candy Shop, вы такие милые, душевные. И не потому, что вы меня задарили подарочками, вы вообще прикольные. Но, блин, вот это, конечно, вы знаете, оно настолько сильно меня подкупает, что я нарадоваться не могу, потому что это все такое крутое.
Радуйте своих близких почаще, а главное еще и самих себя не забывайте. А на этом давайте закругляться. Таран-таран, с вами была Ариран. Я вас всех целую и люблю.